Всем привет, с вами Валдкрай, и специально для тех, кто еще не знает, как избавиться от лимита, другими словами, ограничения на строительство, я расскажу вам, как это сделать. Если вы заинтересовались этим вопросом, то, наверное, в вас проснулся строитель, архитектор, в общем, креативный человек, который хочет проявить себя в этом кропотливом деле, но вновь столкнулся с преградой. Все дело в базовом лимите на количество моделей в определенных локациях, отведенных на застройку в качестве вашей общины. Но не переживайте, теперь вы сможете строить без каких-либо ограничений. Но для этого вам придется сделать несколько шагов. Для начала вам нужно скачать небольшой архив с текстовыми файлами, ссылку на который вы найдете в описании. Если понадобится зарегистрироваться, не бойтесь, сделайте это бесплатно. Да и вообще, если вы еще не пользуетесь, то я настоятельно советую вам установить Nexus Mod Manager, чтобы легче следить за модами, которые вы поставите на игру. Итак, скачиваем этот архив, берем два текста файла, которые подписаны как Settlement и Lower Settlement, и просто закидываем их в папку с игрой. Именно в папку Fallout 4. После этого заходите в игру и подойдите впритык к вашему верстаку. Делайте все точно, как я вам показываю. Откройте консоль, кликните один раз по верстаку и в открытой консоли введите Bad Settlement. Не ошибитесь, иначе не сработает. После чего закройте консоль, нажмите V и войдите в режим верстака. Обратите внимание на ваш лимит. Его полоска абсолютно пуста. Вот так вот очень легко можно повысить лимит на застройку в 3 раза. Чтобы увеличить лимит в других поселениях, вам придется проделать данную операцию для каждого верстака по отдельности. Хватит всего одного раза. А если по каким-то причинам вам нужно понизить лимит до обычного, просто проделайте все то же самое, только вместо Bad Settlement нужно вписать Bad Lower Settlement. Конечно, это не значит, что вам больше не понадобятся материалы для строительства, но это уже отдельная тема для разговора. Вот и все. Теперь вы знаете, как выстроить большую общину без каких-либо ограничений. Удачи вам в возведении убежища вашей мечты.